С удовлетворением отмечаю, что текущий год явился весьма активным в наших двухсторонних отношениях. Важнейшим мероприятием в 2023 году стал государственный визит президента Кыргызской Республики, уважаемого Садыр Нуржевича Жапарова, в Китайскую Народную Республику, в ходе которого наши страны вывели двухсторонние отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Подчеркну, что в настоящее время отношения Кыргызстана с Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне с момента установления дипломатических отношений между нашими странами. Текущий год богат на взаимные визиты на различных уровнях. Стоит заметить, что мои заместители только за последние полгода посетили с различными целями Китай 5 раз.